Когда 3 года назад приехал сюда по приглашению Александра Валерьевича Никитина, и если бы я в тот момент сказал, что мы будем претендовать на выход в высшую лигу, я думаю, скорее всего, бы меня отправили домой, и желательно в Кащенко. Сезона и, конечно, начало сезона дома. Жду положительных результатов. По крайней мере, вот от матча с «Зенитом» надеюсь, что, по крайней мере, ничью должны привести. Купить атрибутику? Где магазин? Когда у нас что-то будет? Небольшой всего временный промежуток для того, чтобы перейти из ФНЛ в Премьер-лигу. Поэтому дайте нам возможность и наберитесь терпения. Ребят, учтем все ваши пожелания и постараемся дать вам то, что вы хотели бы. Команда готова к 3 очень-очень-очень ответственным играм. Да, Егор, готова. Вопрос про новый логотип клуба. Кто же его разрабатывал? Были ли другие варианты? Разрабатывал логотип московская компания. Мы услышали вашу критику, замечания. Большая работа ведется для того, чтобы исправить ошибки. Самое главное, ребята, не быть лифтом. Успешных тренировок, поменьше травмироваться. Чтобы играли, побеждали. А больше голов, а вратарям сухих матчей. Показывать хорошую игру. Пил самым хорошим. Бегет Тамбов! Я вас всех призываю судить строго. Обещаю, что мы эту строгость выдержим.